касательно вот именно оценки игры как плейграунда для взрывов, игровой площадки для взрывов, то отсутствие вышек. Знаешь, в игре нужны вышки. Mm-hmm. Чтобы я подошел к вышке, и мне показали все активные объекты в регионе. Здесь эти объекты иногда надо самому искать. Берешь вертолет и начинаешь летать по этой локации, пытаясь там что-то найти. Наличие вышек, мое мнение, было, сделало бы игру удобнее, не легче, удобнее.